Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Билет в будущее. В Беларуси началась вступительная кампания для целевиков. Президентом поставлена четкая и ясная задача. Какой конкурс? Двойная бухгалтерия. В Бобруйске раскрыта преступная схема. Ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Сколько похищено? Быстрее, выше, сильнее. На стадионе «Спартак» прошли Олимпийские дни молодежи по легкой атлетике. Без тяжелых тренировок хорошего результата не будет. Кто боролся за победу? А также «Восточный вектор», «Квартирный вопрос» и «Равные подходы». В стране со следующего года изменятся расчеты больничных. Как? Сфера интересов. Президент накануне провел встречу с губернатором Приморского края. Александр Лукашенко поставил задачу в 2-3 раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток, что вполне реально, если учитывать спрос на наши товары. Мы поставляем в регион тракторы, грузовики, удобрения, продукты питания и лекарства. Только за первый квартал товарооборот превысил 30 миллионов долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года, рост почти втрое. Мы знаем хорошо, в чем нуждается ваш край. Хорошо, что вы побудете на выставке, я так понимаю, Белагра. Вы посетите Гомель, увидите лучшие предприятия. Словом, мы к вашим услугам. Если что-то надо, мы, как всегда, к этому подключимся и будем в этом направлении работать. Вы говорите, что надо, вы нам не чужой человек. И специфические вопросы, если есть какие-то, и в плане военно-промышленного комплекса, абсолютно нет никаких закрытых тем. Мы никого не боимся, все, что у нас есть, к вашим услугам. Всегда помогали, отзывались на ваши просьбы и запросы. Так будет и в дальнейшем. У Приморья на Беларусь немало торговых планов в промышленности, деревообработке и сельском хозяйстве. Нечисто на руку. В Бобруйске раскрыта серая схема. Фигурантка – 36-летняя местная жительница. Женщина работала бухгалтером в фирме и формировала платежное поручение, где указывала недостоверные сведения. Незаконно полученные деньги она переводила на счета индивидуальных предпринимателей, которым была должна, а также в адрес принадлежащей ей организации. В настоящий момент она задержана. Ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет. За полгода присвоено более 46 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Гарантированное рабочее место – главный бонус. В Беларуси началась вступительная кампания для целевиков. Учиться в таком формате захотели 4700 выпускников. Абитуриенты сдают внутренний устный экзамен по профильному предмету. В составе приемной комиссии – преподаватель вуза и учитель. Конкурс будет формироваться на основе аттестата и оценки. Уже 16 июня пройдет зачисление в ряды студентов. Президентом поставлена четкая и ясная задача – провести данную вступительную кампанию по тем правилам, которые были в прошлом году приняты, определены, доведены до общественности, провести очень серьезный, глубокий анализ. Осенью Минобразование проанализирует результаты вступительной кампании. После будет принято решение о дальнейшем плане действий. К слову, в этом году количество бюджетных мест увеличено, платных сокращено. Продовольственная безопасность, жилищный вопрос и горячая пора. В Беларуси объявлен 5-й класс чрезвычайной опасности из-за риска возникновения лесных пожаров. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси обеспечена полная продовольственная безопасность. Мы можем не только себя накормить, но и других. Республика занимает лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции среди государств Европы. Мы экспортируем товары в 100 стран мира на сумму более 7 миллиардов долларов. Свыше 23 миллионов предприятий агросектора зарабатывают ежедневно. В стране за январь-апрель ввели в эксплуатацию более 1 000 000 квадратных метров жилья. Почти 43% построено для нуждающихся в улучшении условий проживания. Более половины зданий – индивидуальные дома. Среди областей по объемам строительства лидирует Минская. Далее идут Брестская и Гродненская. В столице за 4 месяца возведено 85 тысяч квадратов. В Беларуси с 2024-го изменятся расчеты больничных. Нововведения позволят установить равные подходы по оплате листка нетрудоспособности в зависимости от уплаты взносов в бюджет фонда соцзащиты населения. Если продолжительность более 10 лет, тогда с первого дня пособие в размере 100% утраченного заработка. Но начисляться оно будет только по основному месту работы.
Легкая промышленность успешно справляется с санкционным давлением. Основным торговым партнером остается Россия. Под брендом «Белру» работают ряд ритейлеров и интернет-площадок. Есть планы выхода на рынок Средней Азии с льняными изделиями и смешанными тканями из хлопка и полиэфира. Также в регионах будут развивать стоковые магазины. Первый уже открылся в Гомеле. В Беларуси объявлен 5-й класс чрезвычайной опасности из-за риска возникновения лесных пожаров. В большинстве районов страны действует запрет на посещение массивов. Минлесхоз договорился с операторами связи о СМС-рассылке. Такой способ оповещения позволит не только снизить число возгораний, но и обезопасить жителей. Время планировать отпуск. Бобруйские пляжи готовы к купальному сезону. Водолазы обследовали и расчистили дно акватории. Эпидемиологи взяли пробы воды. Коммунальные службы провели масштабную работу по благоустройству. В утвержденном списке побережья в центре города, в Приберезинском микрорайоне, около здравницы имени Ленина и Сокшинник. Можно позагорать и на территории Форштата, но плавать там запрещено. Те места, которые не предназначены для купания, они, во-первых, не оборудованы, во-вторых, опасны в плане того, что под водой находится множество предметов, которые могут повлиять на здоровье, а то и жизнь купающихся. Поэтому милости просим на наши пляжи, где ровный, спокойный вход в воду, нету никаких ям, никаких выходов грунтовых вод, которые могут способствовать переохлаждению. Купальный сезон только начался, а стихия уже унесла жизни двух человек. Случаи утопления зафиксированы в Брестской и Гомельской областях. Главная причина трагедии на воде – чаще всего алкоголь, купание в запрещенных местах и оставленные без присмотра дети. Проверка на выносливость. В Бобруйске прошли Олимпийские дни молодежи Могилевской области по легкой атлетике. За звание чемпиона боролись 8 команд. В программе спортивная ходьба, прыжки в высоту, метание диска и не только. Арвейник победе Елизавета Липеева. Дух соперничества. На стадионе «Спартак» собираются лучшие спортсмены области. Около 200 юношей и девушек состязаются в беге на разные дистанции, спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, толкании ядра, метании диска, копья и молота. Участники сосредоточены и настроены только на победу. Каждый ребенок имеет право выступить в двух видах программы. За каждое занятое место идет начисление очков. Ну и команда, набравшая больше всего очков, занимает, естественно, становится победителем. Только труд и упорство приводят к успеху. 16-летний Арсений Лобос легкой атлетикой занимается уже 8 лет. В спорт влюбился благодаря папе. На соревнованиях ставит личный рекорд. Дистанцию в 2000 метров с препятствиями преодолевает за 6 минут 28 секунд. Первым пробегает и 3000. Тренера хорошие. Спасибо им за подготовку. Тренировки у нас по 2 в день, одна утром, одна вечером. Тренировки на самом деле тяжелые, но без тяжелых тренировок хорошего результата не будет. Польза легкой атлетики для меня то, что полностью физически развивает. Мы не только бегаем, но и в тренажерный зал ходим. Спринт, стипль, чес, бег на средние и длинные дистанции. Для юных чемпионов спорт – важная часть жизни. Каждый с азартом стремится к заветной мечте. По итогам соревнований будет сформирована сборная, которая представит Могилевскую область на республиканских олимпийских днях молодежи. Они пройдут с 27 по 29 июня в Бресте. По итогам республиканских олимпийских дней молодежи у победителей и призеров Олимпийских дней молодежи, льготы при поступлении в наши республиканские вузы. Поэтому дети тоже, это дополнительный стимул. Призеры Олимпийских дней молодежи республиканских поощряются на следующий год областным управлением спорта. Долгожданный момент – награждение победителей. Для них кубки и дипломы. Среди городских команд первое место у Могилева, второе – у Бобруйска. Выложились по полной также представители Шклова, Осиповичей и Быхова. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!